Один из ведущих мировых научных центров, Курчатовский институт, восстановит в Севастополе коррозийную станцию. В советские времена там изучали воздействие соленой воды и других внешних факторов на металлы, а также средства защиты от такого воздействия для военного и гражданского судостроения. Позже станцию забросили, и сейчас она находится в плачевном состоянии. По словам главы Курчатовского института Михаила Ковальчука, это только начало работы. В планах также сотрудничество с Севастопольским университетом и развитие современных научных направлений. У нас есть исключительно широкие возможности для сотрудничества, очень большой потенциал, потому что Курчатовский институт сегодня – это 14 тысяч человек, это 7 крупнейших мирового уровня институтов, начиная от всех ядерно-физических центров и заканчивая крупнейшим в мире материаловедческим институтом «Прометей» и крупнейшим в стране генетическим центром «Госнеогенетика».